Дорогие наши студенты, с огромным удовольствием перед вами выступаю. Преподаватели, сотрудники, сегодня у нас замечательный наш праздник, 1 сентября. Вы пришли к нам учиться, и мы очень рады, что в этом году проходной балл достаточно высокий был в военмехе, конкурс, как всегда, тоже очень высокий. Вы прошли серьезный отбор и стали студентами первого курса. Военмех, как вуз, созданный в 1932 году, как институт, который должен был готовить кадры для обороны, в те сложные годы был создан с девизом «Военмех лучше всех». Это проходило в различных резолюциях коммунистической партии, существовавшей тогда, правительства, и смысл был в том, чтобы в кратчайший срок, собрав лучшие кадры, мобилизовав лучшие ресурсы, выпустить самых лучших конструкторов, становившейся в то время оборонной промышленности Советского Союза. Эта задача была выполнена, и с тех пор с этим лозунгом «Военмех идет по жизни». В настоящий момент «Военмех» является вузом, занимающим одно из первых мест в России по успешности наших выпускников. Среди выпускников «Военмеха» есть выдающиеся государственные деятели, конструктора, космонавты, руководители предприятий, бизнесмены, спонсоры хоккея, футбола нашего. То есть список выпускников «Военмеха» очень большой. И все это говорит о том, что обучение в «Военмехе» дает очень хороший старт в вашу будущую деятельность, будущую профессию. Но традиционно обучение в «Военмехе» всегда было сложное. Всегда был очень большой процент отчисления, и не зря наш ведущий Александр шутил об отчисленных. Это действительно так. И призывая вас сразу к очень серьезному отношению к учебному процессу, я обращаю внимание на посещение занятий, на выполнение учебной дисциплины. «Военмех» всегда отличался достаточно серьезным отношением к учебному процессу, к науке, и не зря наши выпускники везде всегда котируются. В «Военмехе» очень активно всегда развивалась общественная жизнь, культурная жизнь, спортивная жизнь. В «Военмехе» существует и работает военная кафедра, военный учебный центр, выполняющий большой объем воспитательной работы. И отнесясь серьезно к учебному процессу, к воспитанию, к образованию, вы станете очень хорошими выпускниками. Поэтому поздравляю вас с 1 сентября. Я хочу вас настроить на то, что вы попали в один из самых престижных с точки зрения карьеры вузов Российской Федерации. Но вуз, в котором учиться, достаточно сложно. Поздравляю вас с 1 сентября. Добрый путь и желаю успеха. Спасибо.